Региональный координатор партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» Михаил Диктованный вместе с исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» по Одинцовскому городскому округу Ларисой Белоусовой посетили коррекционную школу «Гармония» в Старом городке и обсудили возможности сотрудничества. В октябре Михаил посетит школу «Гармония» уже как спортсмен-паралимпиец и проведет для ребят традиционный урок доброты.